Так, ждем подключения к Инстаграму. Здравствуйте, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, тему нашего эфира. Большая звездочка, кто меня слышит? Я прикреплю. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня будет замечательная практика. Всем привет. О, Анечка, привет, привет. Неожиданно. Напишите, пожалуйста, тему, чтобы кто-то, если будет подключаться, чтобы я знал, зачем. Большая звездочка. Сейчас мы сделаем. О, благодарю, Александр. Благодарю, прикрепляю. Приветствую вас на еженедельной практике структуризации и гармонизации нашего пространства. Обычно мы делаем маленькую звездочку, но сегодня возникла идея в такой праздник Благовещения сделать большую звездочку. Она одинаково эффективна в любых конфессиях, в любых верованиях и для любых людей. Поэтому, кто знаком с этой практикой, поставьте, пожалуйста, в чат плюс, чтобы я понимала, есть люди, которые знают об этой практике. Если не знаете об этой практике, поставьте минус и присоединяйтесь к нам, вы увидите, насколько эта практика мощная. И если вы будете делать ее каждый день, вы будете находиться под защитой этих энергий целый день, и жизнь ваша будет складываться намного удачней и благополучней. О, у нас здесь очень многие знают. Значит, чудесно. Кто со мной не знаком? Меня зовут Оксана Смолярова. Я тренер-консультант и преподаватель безлогичного метода. Практикую этот метод уже 3 года, обучаю людей, веду их в сопровождение, делаем клубы, интенсивы, и завтра у нас стартует новый бесплатный марафон вместе с еще с одним преподавателем Анна Беспека «Жизнь без кредитов и долгов», на который я вас приглашаю. Он завтра начинается в 12 часов дня. Будет, конечно, записи в сторис, и будет и в ютубе, но живое мероприятие всегда намного мощнее. Поэтому, кому эта тема актуальна, кто хочет поработать с этими программами и узнать, как можно от них избавиться самостоятельно, приглашаю завтра на интенсив, который будет длиться 3 дня. 3 дня практик, мощных, отличных, вдвоем с преподавателем Анной Дайчук. А сейчас все, кто присоединился и готов начать практику, давайте напишите мне, пожалуйста, в чат «Готовы!» И мы будем с вами стартовать. Что для этого надо? Для этого надо удобно сесть и настроиться на практику. Итак, кто с нами готов это делать? Пишем «Готовы!» «Готовы!» Чудесно! Закрываем глаза. И начинаем нашу практику. Наша практика продлится в общей сложности минут 20. Ну, если пойдет хорошо, может быть 30. Так что 30 минут времени уделите себе и всему своему пространству. Замечательно. Готово, готово, готово. Люди присоединяются. Ну, практика тем и хороша, что можно при ней присоединиться в любое время, потому что мы в потоке, мы сейчас в группе. И значит, все будет замечательно. Итак, закрываем глаза. Все внимание внутрь. Спокойный вдох, спокойный выдох. И спускаемся из нашей головы в наше сердечное пространство. Все, кто присоединяются, сразу-сразу включаемся в практику. Глазки закрываем. И спокойное дыхание. Вдох-выдох. Опускаем свое внимание из головы. Центр груди, в наше сердечное пространство. Все внимание внутрь, на свои ощущения. Расслабляем полностью наше тело. Садимся так, как нам удобно. Все внимание в груди. В центре груди, там, где наше сердце, сердечное пространство. И представляем, что там образовывается маленькая звездочка, которая с каждым вдохом и выдохом растет в своих размерах. Это наша любовь к себе. Понаблюдайте, какая она у вас.
Насколько она мощная. Вдох, спокойный выдох и все внимание внутри. Все, кто подсоединяется к нам, закрываем глаза и продолжаем. Все внимание в центре груди, где растет наша маленькая звездочка. Это наша любовь к себе. Подышите несколько минут, 1-2 минутки, понаблюдайте, как она у вас там растет. Можно даже понаблюдать за ее цветом, какого она цвета. У кого-то она желтая, у кого-то оранжевая, у кого-то, возможно, голубая. Все мы разные, и наша любовь к себе тоже разная. И когда вы уже нашли эту любовь к себе, уже сосредоточили на ней свое внимание, представьте, как сверху на вас течет огромный поток божественной любви. Вы прям стоите в нем, в этом потоке божественного света, и позволяете этому свету проходить сквозь ваше тело, наполнять каждую клеточку вашего тела божественной энергией, божественной любовью. Позвольте каждой клеточке вашего тела наполниться этим светом, любовью Отца Творца, светом, идущим от Него. Разрешите каждой клеточке вашего тела, вашего пространства заполнить его энергиями. Пропустите эту энергию по всему вашему телу, по всему вашему внутреннему состоянию. Соедините эту любовь Отца Творца с вашей внутренней любовью к себе. И посмотрите, насколько увеличилась ваша внутренняя любовь к себе, насколько стали мощнее внутренние ваши энергии. И позвольте этим энергиям опять пойти по вашему телу, по вашему пространству. Сосредоточьте свое внимание опять в центре груди. Несколько спокойных вдохов-выдохов. Сосредоточьте свое внимание на той внутренней звездочке, которая у вас уже сформировалась. И с очередным выдохом опустите вашу любовь и любовь Отца через ваши стопы Матери Земли. На выдохе пошлите свою любовь и любовь Отца в центр Земли. Понаблюдайте, как эта энергия свободно или несвободно движется сквозь ваше тело. И с очередным вдохом начинаем поднимать энергию Матери Земли опять через свои стопы в свое тело. Позвольте этим энергиям заполнить ваше тело. Понаблюдайте, как эти энергии ходят по вашим клеткам, внутренним органам, по каждой частичке вашего тела. Те, кто присоединяется к нам, очень хорошо, закрывайте глаза и просто дышите и слушайте, что происходит. Практика еще вся впереди. И когда ваше тело заполнилось энергией Матери Земли,
5. Сосредоточьте свое внимание в центре груди, в сердечном пространстве. И понаблюдайте, как ваше сердечное пространство наполняется светом. Светом и любовью, идущим от Отца Творца. Светом и любовью вашей собственной. И любовью Матери Земли. Здравствуйте, здравствуйте, присоединяйтесь к нам. И когда вы почувствовали эту звездочку внутри очень мощную, яркую, возможно, будет она у кого-то меньше, у кого-то больше. У каждого пока она своя. Но главное, что вы уже внимание туда уделили, и туда пошла энергия. Значит, ваше сердечное пространство уже расширяется, уже способствует принятию новых энергий. И с очередным выдохом отправляем эту звездочку вверх к Отцу Творцу. И теперь наблюдайте, как эти энергии идут через ваше тело от Отца Творца к Матери Земли и от Земли через вас к Отцу Творцу. Мы, люди, единственные существа на Земле, через которые Земля соединяется с Творцом. И Творец наполняет Землю своими энергиями. Чем больше и осознаннее мы, тем больше энергии притягивается на Землю, и она заякоряется. Тем больше мы помогаем себе, потому что мы дети Земли, и Матери Земли, потому что она наша кормилица. И теперь, когда мы уже стоим в потоке двух этих чудесных, самых мощных энергий, которые есть на данный момент, повторяем вслед за мной. Я обращаюсь ко всей Вселенной, и на каждом моем вдохе спереди забираю на свое физическое тело свет, удачу, успех, благополучие, радость, развитие, изобилие, материальный достаток. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю. И на каждом вдохе забираем спереди все то, что мы просим у Вселенной. Дышим носом, делаем 3 глубоких вдоха и выдоха. На каждом моем вдохе справа я забираю гармонию, мудрость, яснознание, яснопонимание, яснослышание. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю. И делаем 3 глубоких вдоха и выдоха справа. Принимаем эти энергии на себя, а взамен посылаем свет любви своего сердца. Для того, чтобы больше пришло в наше пространство, того, чего мы просим у Вселенной, нужно как можно больше послать любви взамен. Таким образом мы освобождаем место для нового. Сосредотачиваемся на том, насколько мы отдаем в пространство свою любовь. На каждом вдохе сзади я забираю бесстрашие, смелость, уверенность в себе, отвагу, убедительность, везучесть. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю. И делаем 3 глубоких вдоха и выдоха сзади. Принимаем на себя то, что мы просим у Вселенной.
и максимально посылаем взамен свет любви своего сердца и свое благодарю за то, что Вселенная нас слышит и помогает нам. Чем больше любви и благодарности взамен, тем больше приходит в нашу жизнь нового, чудесного. На каждом вдохе слева я забираю любовь, радость, счастье, веру, надежду, преданность, нежность. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю. И делаем 3 глубоких вдоха и выдоха слева. Принимаем на свое тело, в свое пространство те энергии, которые просим у Вселенной, а взамен посылаем свет любви своего божественного сердца. И благодарим Вселенную за то, что она нам посылает. Все, кто присоединяется, просто закрывайте глаза и дышите. Вы сейчас находитесь в потоке, и все произойдет самым наилучшим образом. Делаем практику «Большая звездочка» – гармонизация, структуризация своего пространства. На каждом моем вдохе сверху я забираю божественную энергию любви, божественные знания, божественное творчество, помощь Бога, поддержку Бога. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю. Делаем 3 глубоких вдоха и выдоха носом. И взамен вверх посылаем как можно больше своей любви, своей признательности Творцу. Почувствуйте, как у вас идет этот обмен. Вдох сверху на себя. Выдох, благодарность и ваша любовь Творцу. На каждом моем вдохе снизу я забираю могучую энергию земли, могучее здоровье, терпение, смекалку, невероятную помощь рода, поддержку предков. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю. И делаем 3 глубоких вдоха и выдоха носом. Снизу забираем все то, что просим у Вселенной, а взамен посылаем свет любви своего сердца и благодарим Вселенную за то, что она нас слышит и любит. Благодарим род за то, что он нас поддерживает. И когда мы уже обратились во все стороны, делаем гармонизацию отношений со всей Вселенной. Вдох со всех сторон одновременно. Выдох во все стороны одновременно. Дышим желательно носом, но можно, как идет. Вдох со всех сторон на себя, на свое тело, на свое пространство. Выдох во все стороны. Посылаем любовь своего сердца и благодарность Вселенной за то, что она нас любит и посылает нам то, что мы просим. Освобождаем пространство для всего нового. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. И теперь повторяем за мной. Я есть свет и любовь, вдох со всех сторон, выдох во все стороны.
Я наполняю свою жизнь радостью и удачей. В моей жизни все в меру, в норме и вовремя. Я люблю жизнь, жизнь любит меня. Вдох со всех сторон. Выдох во все стороны. Я люблю людей. Люди отвечают мне тем же. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. И чувствуйте, что при этом происходит в вашем пространстве, в вашем теле. Вселенная ко мне благосклонна. Я живу в потоке живого времени. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. И сейчас давайте подышим 5 минут, просто вдыхая со всех сторон все, что мы попросили у Вселенной, и взамен посылаем свет любви своего божественного сердца. И позвольте им этим энергиям заполнить все ваше пространство. А на выдохе через сердце посылаем как можно больше своей любви. Вот насколько вы можете больше открыть свое сердце. Сюда вкладывается свое желание, своя искренность. Вот насколько вы хотите, чтобы ваша жизнь поменялась, насколько вы хотите подарить любовь всему окружающему. Это равноценный обмен для Вселенной. Вселенная нас любит такими, какие мы есть. И единственное, что мы можем дать Вселенной взамен, это свет любви своего божественного сердца и благодарность свою. Чем искреннее мы это делаем, тем больше наше пространство наполняется энергиями. Эту практику можно делать как утром, так и вечером. Но если вы сделаете ее с утра, то ваш день сложится самым наилучшим образом. Дела будут решаться намного быстрее. Люди будут встречаться намного мудрее и чудеснее. Все ваши планы и желания будут исполняться волшебным образом. Практика очень чудесная и работающая. Если вы будете делать эту практику 1 час, то вы находитесь под защитой и в сфере божественных энергий больше суток. Если что-то у вас в жизни идет не так, сядьте, сделайте звездочку и увидите, насколько она работает, насколько она гармонизирует ваше состояние, ваше окружение, все, что делается вокруг вас. Если есть у кого-то желание и время, можете продолжить просто дышать. На вдохе забираете всю свою энергию, что просите у Вселенной, да, а взамен посылаете свет любви своего сердца. И таким образом заполняете свое пространство божественными энергиями. Чем дольше дышите,
тем больше этих энергий вокруг вас, и тем дольше они у вас сохраняются. И еще раз я повторяю, продолжаем, да, я есть свет и любовь, вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Я наполняю свою жизнь радостью и удачей. Добрый день, подсоединяйтесь к нам, закрывайте глазки, просто дышите со всех сторон, вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вы уже в потоке, просто принимайте энергии. Я наполняю свою жизнь радостью и удачей. В моей жизни все в меру, в норме и вовремя. Я люблю жизнь, жизнь любит меня. Я люблю людей, люди отвечают мне тем же. Вселенная ко мне благосклонна. Я живу в потоке живого времени. И просто наблюдайте, что происходит вокруг вас. Вы в центре звездочки. Вы тот магнит, который притягивает к себе лучики всех тех энергий, которые вы просите у Вселенной. А взамен как можно больше посылайте света любви своего божественного сердца и благодарность, свою благодарность Вселенной за все. Чем больше мы отдаем этой любви, больше благодарим Вселенную за все, что происходит в нашей жизни, тем больше у нас меняется наша жизнь, повышаются вибрации, и тем больше мы притягиваем в свою жизнь хороших событий, чудесных и замечательных людей, тем легче и быстрее исполняются наши желания, тем больше появляется у нас возможностей. Просто доверьтесь потоку и наблюдайте, что происходит. Эта практика очень хорошо делается в группе, когда увеличивается наша энергия. Присоединяйтесь, Анечка, присоединяйтесь, как раз хороший мощный поток. Закрывайте глазки и вдох со всех сторон, выдох во все стороны. У нас практика «Большая звездочка». Запись останется в сторис, ее можно прослушать по-новому. И будет на YouTube. Кто захочет ее повторить, можете присоединяться в любое время. Все равно будете подсоединяться к потоку, который сейчас есть у нас. Да, каждый человек усиливает друг друга в 7 раз. Вот у нас 20 человек. Вот представьте, сколько раз мы увеличиваем энергию друг друга, насколько сейчас мощно идет практика. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Практика у нас еще 5 минут. И следующая практика, приглашаю всех в следующий вторник. 5 часов вечера, это сегодня она просто раньше из-за того, что большой праздник. И как бы захотелось сделать это немножко раньше, пока солнышко светит, чтобы подключиться к этим энергиям. Сейчас очень мощные энергии идут из сверху. Перед Пасхой, да? Перед Пасхой, Песохом, Вербна неделя.
каждого свой праздник, но апрель вот всегда он мощный тем, что весна, зарождение, идет открытие новых энергетических каналов. Звездочка просто, ну, самый мощный инструмент в этом случае. А сейчас еще и есть возможность быть дома и делать эту звездочку почаще, тогда в семье будет полная гармония. И еще разочек. Я есть свет и любовь, вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Я наполняю свою жизнь радостью и удачей. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. В моей жизни все в меру, в норме и вовремя. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Я люблю жизнь, жизнь любит меня. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Я люблю людей, люди отвечают мне тем же. Вселенная ко мне благосклонна. Я живу в потоке живого времени. И теперь можно сделать шлейф из маленькой звездочки. На вдохе забираю все свои претензии, весь свой негатив ко Вселенной, к миру, к Богу, к людям, к событиям, к обстоятельствам, на каждом моем вдохе на свое физическое тело, а взамен посылаю свет любви своего божественного сердца. И продолжаем поступление наших энергий, да, делаем шлейф из большой звездочки в маленькую. Маленькая звездочка можно делать в течение дня. На вдохе забираем свои энергии, все свои претензии, обиды ко Вселенной, к Богу, к миру, к людям. А взамен посылаем свет любви своего божественного сердца. Мы делаем такой островок безопасности. Мы в центре светящегося шара, который недоступен темным энергиям, низковибрационным. И чем дольше мы находимся в этом состоянии, тем больше мы недоступны низковибрационным энергиям, темным силам, негативным воздействиям на нас. Когда душа наша в гармонии, в радости, в любви, на нее очень трудно повлиять чем-то негативным. Желаю вам в таком состоянии находиться подольше. Делайте эту практику почаще. А мы с вами заканчиваем эту практику. И если кто-то хочет поделиться своими впечатлениями, своими какими-то инсайтами, которые прошли во время практики, можете написать комментарий. Звездочка – это очень мощный инструмент энергетической защиты. И важно понимать, что когда мы просим что-то у Вселенной, да, мы здесь наполняем свое пространство тем, что мы хотим, то взамен нужно обязательно что-то дать. А что мы можем дать? Мы можем дать только любовь своего божественного сердца. И чем больше мы пропускаем через свое сердце божественную любовь, божественную энергию, тем наше сердечное пространство больше расширяется, и нам становится легче жить в этом мире, тем легче нам трансформировать свою энергию. Спасибо, благодарю, благодарю. Да, инструмент очень мощный, и чем чаще вы его применяете, тем
лучше и для вас, и для ваших близких, и для Матушки Земли, и для всех. Благодарю вас всех за участие и приглашаю вас в следующий вторник в 5:00 вечера. И хочу сказать, что кто хочет ближе познакомиться с безлогичным методом, приглашаю вас на обучение. Сейчас как раз открылся новый набор для обучения безлогичному методу, где мы с вами изучаем 10 инструментов безлогичного метода, благодаря которым вы сможете решать любые ваши задачи. Если есть какие-то вопросы по этому обучению, пишите в личку, пишите в комментариях. Я отвечу каждому. Приглашаю всех в следующий вторник на обучение и на завтрашний интенсив, который стартует в 12:00 дня. Он безоплатный, и мы его ведем вместе еще с одним преподавателем безлогичного метода Анной Дейчук. Очень хороший преподаватель, энергия будет шикарная, проработка пойдет мощнейшая, поэтому приходите. Принимайте участие. Жду вас завтра. И во вторник тоже. Всем пока-пока.